Я смотрю, решил выйти утром побезобразничать. О, да. У меня к тебе неприятные новости. Что такое поломалось? Наша смелтерия, ну, она, конечно, хорошая. Конечно, всего дофига. Но, в общем, я все сделал неправильно. Она не успевает подсовывать камень. Но ты знаешь, как все исправить. К сожалению, да. Так что мы это все снимаем. Ну да, ты не мог бы поплавить немножко железика? А железика хватает тебе сколько надо? На еще один контроллер от Steve Factory. Хватает. Ай. Окей. Ты забрал железо? Сейчас заберу. Как бы вот это все устроить? Как бы тебе это сказать? Редстон есть, Вот он, желез. О, что ты сделал? Да. Вау. Заметно тут. Да, супер, супер, спасибо. Так, я, насколько помню, нужен редстонный блок. Как делается контроллер? Нет, он так. Стив. Что-то я менеджер. Сильно разрываюсь между едой и всем остальным. Ну, еда это важно, пистон нужен. Пистон. Тякс, железика, кобу. Кобу навалом. Тякс. И плавленый камень у нас был. Слушай, у нас был... А откуда ты сделал пластик? Из чего? Из резинового дерева, конечно. Оу, oh, yeah. А у нас надо был еще... бонмил. У меня... Весь. Сунь ее, пожалуйста, в коробочку. То есть вот на столик. Заремонтить хочешь? Ага. Ага. Спасибоньки. Что у меня все поломанное. Прям вот, ну, ни во что. Так. Слушай, где-то был плавленый камень. Я помню, я плавил много. Не помнишь, где он? Жареный. Был где-то в сундучке. Ага. Нашел. Так, пистончик. Вот эта штуковина. Железо я слишком много пожадничал. Нужно 5 штучек всего. Ну, ничего страшного. Такс. Сейчас резину доделаю. Сколько у нас тут? А хотя зачем уже? Слушай, а почему у нас такая смешная смелтерия получилась? А чем у нас смешная? А она высотой 2, а все-таки не 2. А высотой как будто бы 1. Чего? Какой же камень тут неправильный. Крайки силит брики. Контроллер мелкий. Так, ну нет. Почему-то у нас тут все плохо. Попробуй стенки поубирать. Ну ладно, на самом деле посмотрим, почему у нас все плохо потом. Сейчас я хочу все-таки запустить ее. Она все это время переплавляла камень сам в себя. Вот в такой вот камень. А это неправильно. Так, Сьюрит Стоуна, 72 миллибакета. 5 блоков. Будем использовать вот эту штуковину. Такс. Нам еще нужен редстон эмиттер. Эмиттер делается, по-моему, вот так. Эмиттер. Редстонный эмиттер. Что-то я потерялся. Устанавливается вот здесь. Такс. А что такое? Я потерялся, потому что хотел смелтери. Угу. Смелтери пока не судьба. Так, вот эта фигурина. Ладно, занимаюсь пока немного едой. Устанавливается, видимо, здесь. Здесь. Что я совсем теряюсь. Да, что я делаю? Сундук с металлом уже переполнился. Ну, ты там разберись как-нибудь. Да, постараюсь. Так, с этой штуковиной, наверное, здесь.
Вот эта штуковина, наверное, здесь. Ух ты. В кастинг-бейзин можно положить кабель. Во. Если эта штука издаст рационный сигнал, то она издаст его сюда. У него же, по-моему, все помещается, что ты хочешь. Ну да. Пинг-пинг. Тут 9 штучек. Стоп, а мы можем... Придется вот это кушать. Неправильно я все сделал. Да, вот, самое, вот с этими штуками самая большая проблема — это правильно все настроить. То есть правильно все поставить. Дрейн по центру. А контроллер... Поздравь меня. Поздравляю. Я продолбал все наши сирит стоуны. В каком смысле продолбал? Я разобрал смелтери. Ну ладно. Есть что плавить-то? Все, что плавленое? Да, там жидкость была. Молодец. Пробовал смус, блокстоун. Ну что, верхний этаж снимай. Ну да, видимо. Печаль. Но он все равно не работал. Ну, тем не менее, ты... Эх. Что это было? Крипер. А почему? Потому что я ломал верхний этаж. Так. Любишь ты ходить по краю. А, я знаю, в чем фишка. Я дятел. Я использовал... Неправильный блок? Я использовал бочку, самый стеклянный блок. Ну. Там, где его использовать не надо. Вот, над ним же тоже должен быть стеклянный блок. Насколько да. Я помню. Я вот этого да. Не знал. И вернее, я даже так и не взял. Такс. Это здесь. Это здесь. Это здесь. Это сюда. Такс. Дальше. Вот это три блока. Раз, два. Супер, получилось. У нас все получилось. Ну, круто. Во. Во. Ага. Триггер. Раз в секунду. Да, хорошо, раз в секунду. Input. Нет, condition. Нет. Condition. Если в... Если в кастинг-бейзине есть кобл, если в кастинг-бейзине есть кобл, и спустить редстонный сигнал. Редстонный сигнал. Да, по поводу редстонного сигнала. Если ты используешь эмиттер, он какой-то немножко дурноватый. Почему? Он, черт пойми, как издает этот редстонный сигнал. Нам нужен пульс. Я в какой-то момент намучился с этим. Хотя с пульсом, наверное, будет нормально, а вот с постоянным у него там неладно. Нет. Немножко. Нет. Так, weak power, strong power со всех сторон. Select filter, define. Нет, не то все. Do emit pulse. Одна секунда, один тик. Кажется так. Во, испускаем пульс. И все. То есть теперь мы кладем сюда... Вот эту штуковину. Эта штуковина должна моргнуть.
она не моргнула. Condition в кастинг-базине. В кастинг-базине есть кобл. И это у нас, если false, это false. И теперь это не... Ага. Эмиттер соединить вот с этим. Забрали. Положили. Забавно. Что такое? Мы не можем определить, что в кастинг-базине лежит кобл. Это печально. Ужас какой. Севать, еще у нас проблемы. У нас давно проблемы. Что-то игра и нифига. А, он просивается. Что? Рассказывай. Он не хочет определять, что у нас в кастинг-базине лежит кобл. Ну, так и забей на это. Вань, все же элементарно. Почему? Потому что... Ты хочешь без кондишенов делать? Сделать можно следующим образом. У тебя здесь всегда сюда засовывается кобл в кастинг-базине. Всегда, быстро. Или ну, раз в секунду. Раз в секунду засовывается просто. Давай посчитаем, смотри. И в ту... Раз, два, три, четыре. Четыре секунды на то, чтобы... Вот и все. Ты так или иначе что-нибудь достаешь отсюда, и потом снова суешь кобл, снова... Так, а вот здесь мы делаем не так. Здесь, а здесь мы используем хоппер. Ой, я не люблю так. Да все же элементарно, ты что? Ну прям это как-то профанация. О, красота. Это что такое, ну? Sealed glass keeps any fluid it has have been harvested. По-моему, это танку штуковина. Сундучок на рудок, брейд. Нет. Это был не sealed window, это был sealed glass. Такс, окей. Ну тогда мы пишем другую программу. Триггер раз в секунду. Или раз в сколько секунд? В 6 секунд, 4. Да? 4, ну в 5 тогда. 5. Интервал. 5 секунд. Достать что-нибудь и положить кобл. После этого дернуть редстоун. Хорошо, никаких кондишенов. Никаких... А, эмиттер нужен. Инпут. Из инвентаря Casting Basin добыть Sealed Cobble. Ай. Sealed Cobblestone. Положить Sealed Cobblestone в... Хоппер. Sealed Cobblestone, весь который есть, whitelist, кладется в хоппер. Тут, кстати, тоже whitelist. Да. Ура! Раз в 5 секунд мы добываем
Весь Силит Кобол. Если он есть, конечно. И отправляем его. Да. Карась, Силит, не Силит Кобол. Все, что бы ни было, добываешь, просто забираешь все, что нет, там есть. Нет, тогда мы можем случайно забрать камень, если не будет жидкости. Ну и что? И что тебе дает? Ты же программист, ты же понимаешь, да? Да, потом мы добываем из какого-нибудь сундука. Например, вот этого. Кобол, одну штучку. Input. Из сундука. Одну штучку кобола. Ровно. И одну же штучку кобла из сундука кладем в Casting Basin. Йоу. В Casting Basin кладем кобл. Я сейчас буду дохнуть. По-моему, я хочу пить. Так и есть. Я же все-таки это на горячем производстве. И у нас проблемы с водой. Да еще не должно быть. Проблема уже. Только три банки. Так, давай. По-моему, не хватает энергии. И знаешь что? Возьми вот эту штуковину и используй ее как трубу. Хватает. Вот эту штуковину, которую мы награбили. Как трубу? Ну, чтобы в нее собиралась вся энергия, она отдавала ее в... А, ты об этом. Так, output. Это casting basin. Один кобол. Положили. После всего этого мы имитируем пульс. Давайте смотреть. О, забрал. Налил. Забрал, налил. Силатища — это хорошая заявка на победу. Ну вот, я переживал. Я очень переживал. Такс. Ну, то есть теперь мы более-менее набрали ресурсов. О, чтобы программировать. Такая сложная программа. И весь лишний Силит Кобол у нас будет задерживаться в этом хоппере. Да. И таким образом мы сейчас производим... у нас Кракл Силит Бриксы. Из них печку строить можно или нельзя? Не помнишь? Конечно. Можно. Не нужно. В какой-то момент мы просто вот эту машину остановим. И будем заливать. А зачем заливать? Мы можем прямо вот здесь установить еще одну фиговину из Тинкерс Констракта. А здесь кастинг бейзина нету, да? Нет, вот их у нас, по-моему, нет. А еще у нас нету дрейнов. И все кирпичи ты потратил. У нас было немножко кирпичиков. Те, что ты мне дал, 12 штук потратил. Все. Окей. Все 12, да. Ладно. Так, сейчас, наверное, у нас есть инготкаст. Где наш инготкаст? Где-то в ящике. В каком? В каком-то. Я не запоминал. По-моему, в каком-то мелком. Зря. У нас есть холодная вода. Пейте. Тяк. А у нас дрейна нету. И да.
ЛМК, Филитстоун есть. Во, работает. Да, даже если у нас нет жидкости, все правильно работает. Супер. Я под шумок произведу еще разок жуткую операцию. Ой-ё. Я налил нам кровище. Глупый Ваня. Кровь придется сливать. И я не знаю как. Элементарно сказать. Ну, в текущей конфигурации мы этого не можем сделать. Почему? Ты ломал печку? Потому что не сможем. Вы вообще, по идее, могли? Нет. Нам придется останавливать процесс. А, у нас один дрейн. Ну да, да. Не могли. Хотя нет, да, могли. Могли, знаешь как? Да блин, как? Снимаешь фасет, ставишь трубу, заливаешь из бассейна обратно и ну, тогда да, избавляешься от кровища. Нет, силит кобалстоны не работают. Как? Единственное, что из них можно делать, это их можно плавить. Так что мы некоторое время... Кобал? Да. Конечно, да. Глупо. Глупо. Ай. Так что я, наверное, останавливаю сейчас эту систему. Делаем ее редстоун активируемый. Триггер выключился. Вся эта фигатень выключилась. Мы сюда ставим кастинг бейзин. Нам нужно 6 кусочков Силитстоуна, а он не льется, потому что кровища. Так, то есть сюда можно поставить трубу. У тебя не работает, твоя печка не льется. Что значит печка не работает? А, стоп, работает в ней блат только, который ты не можешь слить, что ли, или что? Слил. Все, слил. Ну. Супер. Но Силитстоун почему-то... А, плавится. Ну, все отлично. Потому что когда оно заполнено, он не переплавляется. То есть нагревается, но не сливается. Так, сюда идет дальше фасет. Фасеты, к сожалению, не плавятся. А что, у тебя много их лишних? Один. Ну и все. О, и пошли кирпичики. Во. Силитстоуна достаточно. И я думаю, что мы завершаем эту самую шестую серию. И к седьмой серии у нас будет нормальная большая печка, которая нормально льет силитстоуны. То есть силит кирпичики. Ну, да, жидкости достаточно, лава дофига. Ну что, нормально? Так сойдет? По-моему, да. Ну-ка. Кирпичики льешь. Кирпичики лью. То есть у нас уже достаточно самого камня? Нет. А, камня для того... Да, я довольно много... Тут много можно. Нам нужно сделать еще один ряд. Ладно, все. Ой, что я сделал. Да. Процесс долгий. Да, фасет. Это было бы интересно, но, к сожалению, это не получается. Ладно, все. Шестая серия, я не помню, какой это день или ночь, но мы уже довольно много времени потратили. У нас опять проблемы с едой, потому что мы на еду забили. А зачем нужен сирит глаз? Вот он нужен вообще зачем-нибудь? Он, по-моему, в крафте чего-то используется. А. Ну, ладно. Счастья, радости, пока.